Вышел ночью Иванов погулять с собачкой. У сиреневых кустов пес его напачкал. Иванов достал пакет и убрал за псиной. Тут же пес оставил след рядом под осиной. Все подчистил Иванов и пошел до урны, потому что Иванов человек культурный. Только урну до утра он не обнаружил. Ни сперва внутри двора, ни потом снаружи. На заре подумал он: как же так, ребята, что же делать мне с дерьмом, не нести же в хату? А его любимый пес по породе лайка сделал кучу возле роз, дескать, убирай-ка. Иванов достал пакет, выругался грубо, тут же пес оставил след рядышком у дуба. Так и ходит Иванов до сих пор по свету, и таскает Иванов грязные пакеты. Вот уже который век он все ищет урну, потому что человек, Иванов культурный, с каждым днем все тяжелей, грязные пакеты, а помойки хоть убей, не было и нету.